Привет, меня зовут Вика, я из города Миасс и учусь на интенсивном английском. Я изучаю английский язык уже несколько лет, и я в будущем хотела бы быть репетитором по английскому и, возможно, учиться в зарубежном университете. Здесь, в Окском, я участвовала в песенном служении, вот, потому что я очень люблю петь, и здесь, наверное, это мое главное хобби. Меня вдохновляют люди, музыка и, конечно, то, что делает Иисус в моей жизни для меня. Ну, обычно я много улыбаюсь, когда нахожусь в компании друзей, вот. А еще мне очень нравится смешить людей, и я думаю, что это тоже заставляет меня улыбаться. Ну, в первую очередь это честность, верность и ответственность. Здесь практически все люди пытаются всегда помочь тебе в чем-то и всегда рады тебя видеть. В Заокском я уже не первый раз. Впервые приехала сюда 8 лет назад. И каждый раз, когда я возвращаюсь сюда, то у меня всегда теплые чувства. Я думаю, что это место всегда будет, ну, моим любимым местом. Вот. И я думаю, что это уже как мой второй дом. Я думаю, все, кто хочет приехать в Заокский, должны обязательно здесь побывать, потому что здесь очень интересно и круто жить, учиться, общаться. Вот, поэтому все, кто хочет, приезжайте.